Здравствуйте, Валерий. Ваш вопрос. Послание Тимофею, первое послание, 5 глава. Павел как бы укоряет молодых вдовиц, что они желают вступать в брак. Тогда как тут же в стихе 14 он желает, чтобы эти вдовицы вступали в брак. Разъясните, пожалуйста, кажущееся противоречие. Для этого мы прочитаем контекст этого послания, которое вы взяли как 11 стих или 14. В контексте с 11 и ниже. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». То есть вот о чем идет речь, что люди оставались, в частности, женщины в разном возрасте одинокими. И какую-то помощь определенную им оказывали внутри церкви. И кого-то даже брали на содержание. И вот если такую молодую вдовицу берут на содержание, ей оказывают помощь, а она вообще не смотрит на ценности, которые связаны с библейскими ценностями, и идет только для того, чтобы приобрести себе человека, который бы за ней, так скажем, с ней мог дальше жить. Это не проблема, что она хочет выйти замуж. Вопрос, каким путем? Каким путем и кого привлекает? Поэтому в данном случае, когда идет речь о замужестве и в первом, и во втором, казалось бы, стихе, то теми путями, которые она это делает, поменяв веру, отказавшись от ценностей, идя туда, куда не надо идти, делает то, что не должно делать, вот это не тот путь, который надо еще поддерживать этих вдов. То есть она пошла не в ту сторону. Ее надо, наоборот, остановить и сказать, тебе надо выходить замуж, надо рождать детей, но не потеряя основания, из которого это будет для тебя благословением. Поэтому в данном случае я вижу только в этом вопрос, и контекст, на мой взгляд, это говорит достаточно ярко. Всего доброго, спасибо.